Ох, и непростые новинки у компании Везувий. Новая линейка печей, которая не только состоит из новых печей из чугуна, но есть еще также и нержавейка. Представляете? Сейчас мы посмотрим, что же это за печь. Печь Эверест из нержавеющей стали. Здесь идут финальные подготовка к выставке. Чугунный Эверест и Эверест из жаростойкой нержавейки, закрытая каменка, 4-миллиметровая нержавеющая сталь, 439-я IC-439. Подача воды в нижнюю часть каменки. Просто невероятная печь. Стенки дополнительно еще усилены уголками для того, чтобы их не повело. Все это верно, потому что нержавейка, пусть и 4-миллиметровая, но все-таки у нее есть это свойство немного плыть при повышенных температурах, тем более поверхность очень большая у печи. И здесь деформации были бы, наверное, критичны, но их не будет из-за того, что массивные элементы такие усиливают конструкцию топки. Очень хорошо, что они привезли на выставку именно разрез печи, потому что только так можно понять, как устроена конструкция этой печки. Внешне был бы это просто металлический короб, который сверху увенчан выходом дымохода и дверцы для подачи воды в закрытую каменку. А здесь же мы все прекрасно видим. Внутри печи, естественно, в верхней части огромнейшая каменка. Наверное, килограммов на 70-80 камней. Сбоку нее есть канал для выхода дымовых газов, которые как раз и будут раскалять стенки закрытой каменки. Сверху они выходят, также сверху догревая камни, выход дымохода. Ну, а, наверное, самое интересное, это то, как устроены стенки топки. Внутри я вижу, что здесь помимо внешней стенки есть еще и внутренняя стенка, тоже из 4-миллиметровой нержавеющей стали она изготовлена, которая стеночка это является-то ничем иным, как каналом подачи воздуха наверх. Здесь, видите, есть вырез, из которого выходят дымовые газы. И точнее, вот в этом месте дымовые газы, выходящие из самой топки, смешиваются с воздухом, поступающим из-под колосниковой зоны, и догорают, происходит дожиг. Так, снаружи-то тоже такая вот декоративная сетка. Очень интересно. Выкладывается камнем. Сверху тоже закладывается камнем. Можно, конечно, будет на него подавать, но это не столь интересно, сколько подача воды в закрытую каменку. Классный премиальный дизайн. Когда стенд будет готов, я, конечно, еще раз покажу эту печку, потому что она сама по себе выглядит просто изумительно. И хотелось бы про нее поговорить более подробно. Вот так. Еще один производитель использует в качестве основного элемента для топок нержавеющую сталь марки IC-439 толщиной 4 мм. Печка Эверест вот в таком шикарном конвекторе будет продаваться совсем скоро. Заходите на сайт farnax.ru, следите за новостями в наших соцсетях и на нашем канале Farnax.fim. Обязательно расскажем, кто, из чего и как она изготовлена. До встречи, пока!